Привет, Ютуб! Привет, все наши подписчики! Парни, как я вам обещал, встречайте! Вот он! Polaris Slingshot во всей его красе и все его подробности. Поехали! Сегодня мне в этом тесте поможет Миша Моторейв, Вася Моторейв, ну и кто-то же должен быть от чеховских проходимцев. И это будет... Хотя не, ему еще рано. Ну что, Мих, давай расскажем людям, что это за такая зверюга Slingshot от Polaris. Слушай, Андрюх, ну я, конечно, в шоке. Я видел все время ее ночью, теперь днем, и у меня вопросов куча. Я думаю, как у твоих зрителей. Во-первых, вот я вижу такой огромный массивный капот. Вот у меня ощущение, что там V12 какой-то стоит. Нет. И там вообще что-то, что там за мотор? Там всего лишь навсего стоит 2.4, 173 лошадиные силы. И раньше он вообще использовался на машинах Opel GT и Saturn Sky. Короче, я так понял, что это General Motors делает мотор, да? Но мотор это General Motors. А лошадей-то сколько в этом моторе? 173. 173 лошади, да? А вес-то какой? 800 килограмм, Мих. То есть, короче, она толкает вот эти лошадьми всего-навсего 800 килограмм. Правильно. Давай это... покажу, какой движок. Давай посмотрим. Поднимается все на самом деле очень просто. А здесь всего лишь навсего одна защелка. Вы ее здесь нажимаете вот так вот и тащите капот на себя. Ну, я как вижу, это рядная четверка, да? Воздушный фильтр ты можешь дома поменять, сам обслуживать. Совершенно спокойно. Сам можешь залить. Совершенно спокойно. То есть, можешь сэкономить на ТО, я так считаю. Я думаю, те, кто купит эту машину, вряд ли на чем-то будут экономить. Потому что цена сейчас здесь, в России, вот именно вот их всего три версии. И у нас сейчас средняя с вами представлена версия. Вот эта версия у нас стоит 2,5 миллиона. Чем она отличается от других? На самом деле все очень банально просто. Здесь есть камера заднего вида. Есть музыка, есть просто сам автомобиль. Другие машины отличаются, по-моему, там большим объемом колеса и еще чем-то. Ну, я сильно там этим не заморачивался, потому что, когда, знаете, когда ее видишь, уже не думаешь ни о чем, думаешь, какой он офигенный! Андрюх, ну а что по салону-то расскажешь? Что в комплектации тут кожа, рожа, обогревы, что тут есть вообще такого? Мих, знаешь, давай сделаем немножко по-другому. Давай мы сейчас просто прокатимся, наверняка все этого все ждут, думаю, и да. Узнаем, сколько он едет, с какой скоростью, за сколько он набирает эти 100 километров, с какой скоростью может на нем вообще ехать. Может быть 200, может быть 250. Мы еще похулиганим, да, пока камер-то нету. Да, мы здесь находимся специально на платке, поэтому мы сейчас заедем с вами и начнем снимать. Ребят, давайте разберемся, как переводится Slingshot. Рогатка. Именно на рогатку и похож этот аппарат. Смотри, как он стреляет. Наверняка у всех вопрос, сколько он ест. Заявлено, что ест он на 100 километров 5,7. Где дворники? А зачем они здесь? Парни, сейчас будем делать именно с вами тест на скорость. Миш, да. Давай, покажи. У нас есть программа специальная. Она меряет достаточно так же, как и Race Logic. То есть сейчас мы с помощью этой проги произведем замер и покажем вам в результате, что из этого получится. She got that feeling bad.
давайте теперь поговорим о безопасности. Почему три колеса гораздо лучше, чем четыре? При вхождении в поворот машина кренится, и одно из четырех колес отрывается от дороги. На слингшоте отрыв от поверхности одного из колес практически невозможен. Этим он и хорош. Также слингшот оснащен очень умными системами, которые не дают ему пойти в занос, пока вы их не отключите. Fashion forward, yo, bitches stuck on rewind. I got that lazy boy salary, my pocket stay on recline. Мих, ну чего у нас там получилось? Давай посмотрим. Ну что, Андрюх, значит, программа нам показала, что мы разогнались лучше за 7,4 секунды. Вот сотку мы вышли 7,41. Милю мы прошли 13.09, 143 км в час. 1/4 мили вон у нас 15.42 и 156. Максимальная скорость, но это на выход была. Так что вот такие дела. Ну, то есть я-то от него ожидал немножко, если честно, побольше, конечно. Ты знаешь, я заметил небольшие у тебя перерывы в переключении передачи. Я боюсь, что ты просто привык ездить на автомате. И вот эти именно моменты, ты их провафлил, и потеря была секунд. То бишь реально его где-то можно добиться около 6 секунд ускорения. 6-6,5. 6-6,5. Просто автомат, ты привык к нему, а здесь чисто настоящий здесь, мужской аппарат. Да, забыл сказать, да, здесь чистая механика. Здесь чистая механика, сцепление, а мы все уже привыкли, включил и поехал, грубо говоря. Так что надо тренироваться. Да. Максимальная скорость тоже была. Да. Но, к сожалению, мы не гонщики, нам это не особо надо. Поэтому пока наш результат, ну, вот такой. 6. Да. Пусть будет 6, грубо Пусть говоря. Будет 6 секунд. Со всеми скидками. Да. Ну, смотри, мы показали, как он едет и прочее. Но на самом деле я считаю, что данная техника чуть для другого. И теперь нам нужно показать ее настоящее истинное лицо в городе и как оно привлекает к себе внимание. Пока вот стояли здесь с Мишкой и ждали наших операторов, вот тут люди уже тут, знаете, прям пробка такая организовывается. Все смотрите, хотят... Выражение людей на МКАДе, на МКАДе. Да, да, вот да, просто да. Смотрите. Вот просто все хотят это увидеть, все хотят это посмотреть. То кто-то есть настолько он... останавливается. Да, кто-то останавливается. Сфотографироваться. Вы знаете, кто это? Это сам Саня, приехал к нам из Красноярска для того, чтобы прокатиться на слингшоте. Красноярск в Сибири, если что, вы понимали, да, потому что далеко лететь, чтобы прокатиться на этой штуке, но это приятно приехать сюда, чтобы прокатиться именно на этой штуке. Давайте объясню, кто это, чтобы кто вдруг не знает. Это тот человек, кто как раз рассказал вам про зарплату депутатов в Красноярске. Если вы не любите плохие новости с утра, если вас раздражают новости политики, я вам честно рекомендую сейчас сходить и почистить зубы, потому что депутаты Красноярского законодательного собрания увеличили себе зарплаты в 2 раза. Как это сказал мой босс с телеканала ТВК, что это
первый прецедент в новейшей истории России, когда власть изменила решение под давлением общественного мнения. Крутяк. И знаете, он приехал в Москву, так что, может быть, и здесь у нас тоже изменится какое-нибудь мнение. Хочу вот прям понять вот мнение людей, вот как вот он вообще вставляет он. Вот. Ну вы на меня не ориентируйтесь, я циник просто. Я как раз и хочу, мне очень неприятно то, что вы циник. Это как раз... Машины, притягивающие взгляды, есть. Как бы мотоцикл, ну, уже все распродал, мне просто неприкольно уже кататься реально, ну, по улице. Поэтому это, ну, наверное, прикольно. Парни, ну вы только что сами все видели. Девчонки прям падают в эту машину. Это говорит о чем? Что эта машина как раз создана для того, для эгоистов. Если вы хотите что-то сделать необычное, вот этот транспорт для вас. Мих. Да, действительно, все люди подходят, смотрят, спрашивают, улыбаются. Да, и задаваем простые вопросы, сколько это стоит. Они называют неправильную цену, она чаще завышенная, нежели реальная. Да. То бишь, о чем это говорит? Что продукт выглядит премиальным, да, и оценивается гораздо дороже, чем на самом деле он есть. Это здорово, да, и интерес к нему повышенный. Каждый проходит, каждый фоткает. Неважно какой, высокий, стройный, маленький, толстый, если у вас есть это транспортное средство, все девки ваши. Вася, я не прав? Да. Прав? И теперь Вася садится на ночь и едет тестировать это в одиночку. Прости, Андрей. Но это будет уже на другом канале, да? Ладно, на самом деле, большое вам спасибо, что смотрите, что оставляете комменты. Мы сегодня все, что смогли, мы вам показали. Поэтому мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока.